Всем привет! Сегодня поговорим про ручной фонарик Феникс E20 второй версии. Предоставленный для обзора официальным дилером фонарей Феникс в России, ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Серия E – это бюджетные фонари на каждый день, максимально простые, унифицированные, без сложных схем управления и тому подобное. Фонарь поставляется в упаковке типа блистер, вскрывается, взрезаем по трем сторонам. В комплекте идут две пальчиковых батарейки, темляк, запасное платительное колечко, инструкции и сам фонарик. Производитель заявляет, что вес фонарика всего 42 грамма. Максимальная яркость 350 люмен и дальность до 126,6 метров. Фонарик действительно выглядит очень компактным и легким без батареек. Вначале, честно, даже показалось, что он какой-то из фольги сделанный, я не знаю. В сравнении с классическим E25 UE, он кажется совсем маленьким, и для наглядности LD05 на двух мини-пальчиковых батарейках. Вот он у нас даже больше по размерам. То есть две мини-пальчиковые батарейки, фонарь больше, чем фонарик на двух пальцах. Чтобы не быть голословным, давайте мы открываем корпус и смотрим на его внутрянку, так сказать. Анодированная резьба, уплотнительное кольцо, электрический контакт по торцу корпуса позволяет при откручивании крышки фонаря использовать защиту от случайного включения. Корпус действительно достаточно тоненький. Сравним с этим фонарем, я покажу, о чем я говорю. Хвостовая кнопка у нас здесь имеет чуть другую конструкцию. Вместо алюминиевой шайбы, которая прижимает резинку, у нас здесь есть стопорное кольцо, которое одевается, снимается специальным инструментом, круглогубчиками, например, или кусачками для их установки. Кнопка большая. Механическая, обратного клика, не тактическая, обычная кнопка. Плюсовой контакт, обычная пружинка с механической защитой от неправильной установки элементов питания. То есть два выступа по торцам имеются. И для сравнения, вот корпус фонаря. Видим, насколько у нас утоньшился алюминий, насколько изменился диаметр. Ну, даже не диаметр, а толщина стенок фонаря. С одной стороны выигрываем в весе, с другой стороны прочность. Хотя производитель заявляет тоже падение с 1 метра. IPX68 и 8 просто у этого старого фонаря. Пальчиковые батарейки и там хорошо устанавливаются, проблем нету. Конечно, это может, можно сказать, что Феникс купил новые станки, что позволило обрабатывать алюминий еще более тонко. Это хорошо все, но для конечного пользователя только время покажет, насколько надежна такая толщина корпуса. В комплекте идет черная анодированная клипса. Устанавливаться может только со стороны хвоста фонаря. Фонарик имеет светодиод такого слегка зеленоватого оттенка. Доступны у нас здесь 4 режима всего. В отличие от от E25 UE, здесь нету максимального режима в 1000 люмен, который был ранее. Но это фонари немножко разные, то есть их напрямую сравнивать нельзя. В остальных режимах они очень схожи. Еще из таких отличий очень явных, это то, что 25 UE имел время работы, заявленное от никель-метилгидридных аккумуляторов комплектных, 100 часов, здесь у нас уже идет 200 часов, то есть новая электроника, новые светодиоды. Соответственно, и оптическая система у нас здесь стала гораздо более компактной по сравнению с предыдущей. Ну и, соответственно, такая система может рассеять меньше тепла. Здесь видим, какие развитые ребра охлаждения, здесь же у нас их нету. Ну и габариты вы опять-таки видите на своем экране. Если говорить про режимы работы, то они подобраны весьма неплохо. Минимальный режим 5 люменов, потом идет режим 30, 150 и 360 люмен. Хотспот достаточно равномерный, никаких артефактов. Свет похож, подобная оптика уже стояла в Фениксе E30, LD30. И сейчас в E28, мне кажется, уже будет устанавливаться, если я не ошибаюсь. То есть Феникс делает унификацию по оптике, уходит от алюминиевых рефлекторов, как мне кажется, в таких простых фонарях.
И при этом делает корпус тоньше, более легким и более компактным, соответственно. То есть, да, даже вот фонарик на двух мини-пальчиковых батарейках у нас теперь по габаритам чуть-чуть больше. Также еще габариты корпуса мы выиграли, убрав кнопки в голове фонаря. И, соответственно, разместив всю электронику максимально компактно, используя новую элементную базу. Вот такой вот интересный фонарик Phoenix E20V2.0, предоставленный для обзора официальным дилером фонарей Phoenix в России. Ссылка на магазин, промокод на скидку в описании к видео. Стоит ли брать такой фонарик? Мне кажется, да. Это интересный маленький компактный фонарик в сочетании с компактными габаритами и доступными пальчиковыми батарейками. Для многих это может стать решающим фактором выбора. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.